В ночь на 10 июня в поселке Заволжский сотрудники ДПС увидели лежащую на обочине избитую женщину. До приезда врачей потерпевшая успела сообщить о человеке, который на нее напал. Выяснилось, что женщина познакомилась с мужчиной, и тот пригласил ее в гости к своей родственнице в поселке Заволжский. Пара вышла на безлюдную дорогу. Мужчина неожиданно напал на новую знакомую, избил и забрал ее мобильник, 9000 рублей и золотые украшения. В поисках преступника патрульные экипажи ДПС выехали на трассу М-10. На 184-м километре автодороги России подозреваемого обнаружили и задержали. Установлено, что 37-летний житель Краснодарского края уже был судим за присвоение и растрату. Похищенное у жительницы Твери имущество изъято. В следственном отделе ОМВД России по Калининскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Фигурант водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.